может быть! Откуда у него лампочки? Какое звенящее молчание самых блестящих умов Америки. Он использует разработку Хайрама. Которую Хайрам украл у меня! Судиться. Уже судились. Суд признал его патент. Я имел в виду Вестингауза. Найдите зацепку. Съездите в Баррингтон и сами все посмотрите. Хоть один из вас огорчен, что труд 15 лет стащили прямо из-под нашего носа. Опять. Я создаю систему. А он скупает патенты, лепит из них, что попало, и вполне законно присваивает то, что принадлежит мне. Если лампочки не отбить, предъявим ему динамо-машину. Не выйдет. Он не применяет постоянный токсер. Он использует переменный?